Как дела? Что пьем? Перед концертами вообще. Вообще. Трезвое выступление. Новый, совершенно новый экспириенс для моего слушателя. У нас, короче, Андрюх, идея для туровой татухи возникла новая. Мы наебашим руль от Мерседеса Саниного. На ноге да, все, я включаю вас, Андрю. Что ты распереживался в этот раз, там билет два раза мне скинул? Да, блядь, короче, куча туров, нахуй, мне все звонят. Я переживаю. Лакимин в Краснодаре, мы в Самаре, мы в Тюмени, все вот, все здесь, все здесь. Андрюх, алкоголь — это увлечение для людей без увлечения, поэтому это как бы... Это уже в прошлом. Во сколько начало, Димас? 16 минут, как уже людей запускаем. Хороший человек нажал волшебную кнопку, и все настройки звука просто удалились. И как бы все, мы чекали 20 часа, неважно. А уже 16 минут, как мы людей пускаем. Так что веселу. Мы сидим с камерами ёбаны. Пиздец, помимо того, что мы задержали концерт на полтора часа, не по вине, естественно, артиста, мне поставили сообщение, прикинь, Марк, очень холодно, я стою в одной футболке, на меня блеванула девушка, я вся мокрая. Понимаю, не твоя вина, но очень холодно. Короче, до того, как сюда выйдет Марк, Ну там, блядь, со звуком чудес. За нами ходят по следам, но мне так одиноко, но им как-то похуй, похуй. Мне хорошо, им плохо. Поможет нихуя, если остался лохом. Но мне как-то похуй, 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 похуй. Кого знаешь и с кем дружишь, весь ты, бля, вселяет. Огромное-огромное-огромное спасибо всем. И еще раз извините за такое долгое ожидание. В следующий раз, я думаю, не повторится. Увидимся с вами через две. Пизде. Вот все было против нас, в итоге, блядь, вырубили. Это был один из лучших концертов. Учитывая все форс-мажоры, хуёвый звук. Прикиньте, чтобы вы понимали, что произошло. Я полтора часа отстраивал звук с угаром, который, блядь, постоянно портачил. Злился, радился на всех. Ну, вот это мой душный мод, который все знают, кто меня знает. Орал, ходил, блядь. И в итоге мы добились хорошего звука, и он удалил нахуй все настройки, понимаете? Когда уже как полчаса должен был быть запуск. В итоге мы, блядь, отстроили какую-то хуйню, я во время концерта еще отстраивал звук, но это был лучший концерт в итоге. Завтра в ЕКБ мы должны разъебать просто в три раза больше, там типа людей будет еще больше, типа там мы почти продали все билеты в телеклубе. Билеты типа... сцена тоже меньше, да? Да, ну там вообще просто огромный клуб. Димас, мне тоже, у меня камера! Димас! Сука! Друзья, если вот накопилось, то почему бы не сказать, правильно? Правильно. Before I disappear. До того, как я исчезну. До того, как я исчезну. До того, как я исчезну. Че, вот опять мы здесь, год прошел, нас только больше становится, команда только больше, залы только больше, планы только больше. Все гораздо масштабнее, чем мы могли себе представить, поэтому хочу выпить за каждого человека, который меня поддерживает на этом нелегком, но очень крутом пути. Давай!
не было. И вот я в начале тура хочу за нас двоих, наверное, сказать. Спасибо, сука, нашей команде. У нас самая... Ладно. У нас самая крутая команда, которую только можно представить. Давай. Спасибо вам, ребят. Спасибо большое. Без лишних слов. Раз, два. Раз, два, три. 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 Раз, два. Эй. В музыкальную школу ходил, да? Слушай, ну да. По классу трубы, если честно. Так вышло. Что-то даже... А Санёк в кларнете играл. Я не шучу, кстати. А тут как-то уже и не пошутишь даже. Да, плейбэк вокала все-таки мне потише немножко в НЛ. Найти тебя перебор. Вот, я показываю один раз. И зайдет прям в дырку в тарелке. Ты разъебешь сейчас что-нибудь. Встала? 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 Встала. Реально встала. Давай, последний. Можно второй? У нас новая передача. Вообще не знаю. Ну, давай дальше. Мы ожидаем увидеть классное шоу. Насколько я увидел, что будет живое исполнение музыки, то есть это будет очень круто. Вам не кажется, что мы немного скатились в последнее время? Нет, ни капли. Тебе не кажется, что скатился в последнее время? Маку? Ну, как-то попсу посылали. Ну, такое раньше мне больше как-то нравилось. После релиза с Friends and Family вышел, что все мечтат было, потом уже... Есть такое, да? Да, есть такое. Вам не кажется, что... Марку какую-то хуйню в последнее время делает? Нет. Нет? Слушай, а не кажется, что он в последнее время какие-то попсовые песни делает? Попсовые? Ну да, как будто... Последний альбом у него был, вообще мне понравилось. Ну, чего ждете от сегодняшнего концерта? Разъёба. Разъёба. А были до этого? Нет, на Маркуле нет. Да. Вам не кажется, что он скатился? Да нет, все нет, нормально. В последнее время попсовые песни. Ну, нормальная песня, зачем? Это концертный ревизор, извините, нужно было представить третий сезон. А где выступил такой футбол? Предзаказ делал. А, по предзаказу, то есть я думаю, не про... Я тоже такую хочу. А чего у вас не продают такие футболки? Да, чего вы ждаете, что хотите увидеть? Все будет. Мы хотим разрыв. Да. Ну, а вдруг он сейчас выйдет? И вот у меня предчувствие, что он в последнее время все-таки что-то не то. Да нет, все то. Ну, сейчас мы это он узнаем. Лучший. Можно вопрос? Да, конечно. Я кроссовки, хотя он все видел в истории. Это ты? Нет, это такие же кроссовки. Я Тёма Флекс. Давайте, ладно, вперед, давайте вот так еще одно. Давай. Что, у нас, короче, была недавно подружка на концерте Лукимина, и вы ее снимали. Она самая ебанутая в этих видосах. Мы вырезали все скрины. Оля, это наша подруга. Вот, концерт «Ревизора», третий сезон. У меня к вам вопрос. Блядь, ты вы что вообще как-то? Я сейчас Тёме напишу, чтобы охуели, блядь. А у вас еще на канал не Тёма Флекс, нет? Да. Все, отлично. А ты не извини его случайно? Да. А, ну все, я просто знаю твой канал. Все, тогда отлично. Смотрите, третий сезон, программа «Концерты ревизора». Что ожидаем от концерта данного исполнителя? Ожидаем очень крутой твиш. А вы были до этого на его концерте? Да, были, вот перед этим, который был концерт. А, и решили второй раз пойти. Какие впечатления от прошлого концерта? Понравилось? Я понял, хорошо. Вам не кажется, что он немножко скатился? Он в последнее время попсовые песни какие-то делает, вот у нас такое. Мне нравится. Да? Последнее время скала сошла. Да. Где-то они пролежат, не было на что поесть, было меньше петь. Знаешь, все в курсе, мне совсем не интересно, кто же спонсор этой груди. Лучше купить себе цепи, чем подать. Yeah.
городам начал, короче, вникать в эту хуйню, понял, что трезвым гораздо веселее выступать, во-первых, во-вторых, ты больше контролируешь. Да и после подтягивания намного легче. Есть такой термин английский crowd control. Вот у тебя crowd control, есть cruise control, есть crowd control. Вот crowd control, он просто on point, когда ты не выпиваешь алкоголь, вообще, когда ты с ним завязал. И поэтому в последнее время я, в принципе, как бы двигаюсь на трезвом и... Слушай, ну... То есть алкоголь теперь для тебя уже не друг? Он враг. Враг. Номер один. Ну вот сейчас, если бы я тебе предложил выпить, ты бы согласился или нет? Я бы сразу же сходу сказал бы тебе, что ты не знаешь, что ты несешь. Не видишь, что ведаешь. От лукавого это все. С детства играл на меню. В детстве родители отдали меня именно на это. Играть на меню. Короче, ребята, это был долгий путь. Это был долгий, трезвый путь, самое главное. Я очень рад, что... Короче, похуй на тост, давайте пьем все. За нас, пацаны. Давайте не стой, сядьте, ребята, в ногах правда. Пока что. Я об этом говорил. Хотелось бы сказать, что спасибо каждому из вас, на самом деле, за... Эти дни, которые я с вами провел, вы просто охренительно крутые все. Очень классно у вас отработана программа, молодцы. Все классно делаете, Марк. Молодец большой. Вообще, что так далеко зашел. Красавчик. Очень большой путь проделал, очень большую работу. Этого горжусь. Поэтому хотелось поблагодарить и сказать, давайте разъебывайте дальше. Все знают, что в этой жизни нужно следить всего лишь за тремя вещами. За своей девушкой, за своим поведением. И за своими волосами. Остальное не важно. Аминь. Аминь. Я, блядь, пока Андрюха снимает, скажу вот. Атикин хотел выпить цюканик. Сейчас я в тебе кину тарелку борща. Очень вкусный борщ. Можешь кинуть меня, если что. Ладно, парни, если вы прикол без, обычно типа такие тосты звучат в конце тура. Мы много говорить не любим, это не наше. В конце тура мы обычно говорим тост типа «спасибо». Скажу на восьмом городе. Мне кажется, ты вчера это говорил уже. Обнови свою прошивку. Вот сейчас я все кину тарелку борща, стакан Атики. Ты вчера говорил обычно, это говорят в конце тура. Так это и есть. А зачем второй раз повторять? А потому что... Ну он забыл, зачем ты это сейчас ты, блядь, на монтаже, блядь, что хочешь увидеть, блядь? Тварина, блядь. За здоровый бюст рэпа. А что мне-то я взял стакан? Ты не говорил, что тебе нужно. Ты сказал, ты хорошо себя чувствуешь секунду назад. Я выгляжу как человек, который себя хорошо чувствует. Я не сужу людей по обложке, понимаешь? Три часа. Да, Марк, заправься. Ты что за флягу хватаешься? Ты что за флягу? Бутылка как перекати поле еще. Пришло время покидать замечательный город Челябинск, но напоследок я вам решил оставить небольшой подгон в виде мерча нового под названием Before Disappear. В общем, найти вы его можете во дворе. В Царском дворе, недалеко от отеля Царский двор. Вот этот новый мерч. Идем. Рубрика «Подарок». В общем, третья попытка положить куда-нибудь подарок, так как тут все вокруг палят, включая бабушек с колясками. Вот арка. Слева от известного магазина «Кулинария». Заходите в эту арку. Проходите сквозь эту арку. И видите дверку в стене. Все, что вам нужно сделать, это засунуть туда руку, ничего не бояться. Как только найдете эту футболку, скидывайте мне ее в личку в инсту, отмечайте, и мы вставим вас в этот выпуск. Есть пацан у нас один. Опасный меч называется. Курит просто как не в себя. И когда играет, ему кажется, всякая хуйня происходит. Вот что на экране играет на видеоинсталляции, такая хуйня, и, блядь, перед глазами у него. Хуй знает, что с ним делать. Вроде программист говорят, ничего особенного. Но вот
не срастается у него. Марк говорит, вообще заебал. Меня заебал. Марк тоже заебал. Да блевотины заебали. Урод, блядь. Когда ты сделал первый концерт, как ты понял, что ты подсел? Свой первый концерт я сделал в 16 лет. Нормально все было поначалу. Потом вот, блядь. Приехали нахуй. Это что произошло? А что произошло? Что, Гриша, скажешь, как итог? Ну, панки хуй, тут добавить нечего. Японский хуй. Японский хуй, да. Японский хуй, панки хуй. Руди? Японский хуй, да. Мы уже проголосовали, все. Димас? Виктор? Very sexy, he shot me, 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 he shot